Вы знаете, что вы хотели бы услышать от вашего близкого человека, самого родного? Какие слова вы бы хотели, чтобы он или она произнесли для вас? И это не праздный вопрос, потому что часто мы ждем этих слов, а наш партнер, наш близкий, наши родители или дети на самом деле не знают, что мы хотим услышать именно это. Возможно, они стараются даже сказать вам что-то, чтобы вы почувствовали себя лучше, более спокойно, более уверенно, понимали, что они вас любят, но просто не попадают в ваши ожидания. И эти ожидания нужно уметь формулировать. Нужно доносить своим близким, что вы хотите от них слышать. Я понимаю, что хочется, быть может, чтобы они интуитивно как-то догадались и так далее, но если вы их любите, лучше облегчить их участь. Дайте им тот ряд слов, чувств, который для вас важен, чтобы они могли не искать возможность попасть в ваши ожидания, а чтобы они могли всю свою любовь и искренность в эти слова, которые вам важно услышать, вложить.